You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Привет, дорогой друг, рад тебя приветствовать на моем канале. Меня зовут Файзер. Сегодня мы прокрутим кейсы с тобой на Динодропе. Так, вместе с моей женой Верой. Всем привет. Так, сразу, ребятки, скажу, извиняюсь, но это было бы приятно мне, если бы, ребятки, все, кто новенькие, пополнились по этому промокодику Pfizer. Он дает плюс 35% к пополнению для новых пользователей, ребятки. Вам приятного депозиту и мне помогаете развитию моему каналу. Так, будем продавать тогда. Все, продали. 1737 на балансе. Я думаю, сначала с маленьких начать. Так, начнем с маленьких. Какой? Не знаю, давай, набирает обороты. Полетели, пооткрываем. Рассказывайте, ребятки, на какой бы сайт вообще бы хотели бы еще вообще залететь. Чего бы хотели бы вообще посмотреть. Мне просто тоже интересно было бы узнать. О81. Лично. Разбут надо сделать. Блин, было бы прикольно до 4 срей дойти и открыть случайно. Это был бы лютый контент. Не знаю, получится у нас сегодня это, не получится. Вообще без понятия. 100 рублей. Отлично. Еще раз. Сотку хочу пока оставить. Блин, что я сделал? Ладно, что нам выпало? 58. Так, тогда еще пробуем. Ты самой какой хочешь открыть? Не знаю. Что, не знаешь? Не знаю, какой. Не знаю. Ой. Так, сейчас с маленьких, ребят, начнем, там дальше уже увидим, посмотрим. Кажется, хрень одна выпадает. Анкилозавр. Может, что-нибудь поднасыпет, пожалуйста, как-нибудь. Может быть, шансы. Так, я тебя понял. Давай тогда попробуем вбить бонусное колесо. Так. В арее. Спин 30. Срок промокода истек, что вырежем. Так, ладно, чё, полетели в апгрейды? Тогда будем пробовать. 10. Фу, слава богу, он не залетел. Так. Вот это мы попробуем хотя бы на 5, да, попробуем? Не залетел, жалко. Че думаешь, пробовать его? Давай. Под 5 или под 10 попробуем? Ну давай под 10, если хочешь контент. Контент, да? Так, 12% летим. Ну, пожалуйста, зайди, это будет круто. Сука, жалко. Обидно, конечно. Под X5 позалетел, мне кажется. Ну, под X5, да, возможно. Так, ладно. 1 за 39. Пробуем. Что-нибудь интересное поставь. И я еще про грейд сделаю. Так, 39 рублей вроде. 36 на 5. 101. Полетели? Так, пусть будет вот так. А что сегодня с шансами? Вообще ничего не заходит. Ты за 1500, да, все хотел вот этот? Димитродон. Ты уверена? Точно. Полетели. Что-нибудь адекватное, пожалуйста. Сколько он стоит? Бля. Это, ребятки, печаль, 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 беда. Это прям печально. Давайте цирропорт тогда откроем. Так, сколько штук? Две штучки? Ну давай попробуем две штучки. Полетели. Блин, ну вот я думаю, что по 90 то бы подороже. Ну увы. Так. Ну это как будто бы вообще жесть. Да. Увы, увы, увы. Может, трицераптопс попробуем? Три штучки, да? Блин, сделай что-нибудь прикольное, пожалуйста. Что-нибудь адекватное, я тебя прошу. А то это... Ой-ой-ой-ой, какая же хрень. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. 10.
Нет, прокрутка очень-очень быстрая. Блин, я вообще, ребятки, не знаю. Давай под, типа, под 10 можно кинуть, а эти есть, что можно продать. Ну, вообще, он не хочет вообще ставить. Вообще не хочет ставить ни в какую. Так, 5, это 380. Может, попробуем под 5 хотя бы? Блять, что это за бред? Это бредень просто какая-то. Что-то вообще, ну... Ну, просто в ноль. Просто ноль. Пробуем так или не стоит рисковать? Давай попробуем. Или контракт сделан? Надо другой контракт не даст. Я бы лучше попробовал контракт. Ну давай контракт. Так, 354 рубля, ну, ребятки, это прям жесть. Давай... Говори. Не, предлагай, я тебя слушаю внимательно. Неужели, ребятки, сливной ролик? Это Заврика, может? Может, на тазарик вернет нам? А нам уже на контракт не хватит. Ничего, сделаем. Парам-парам. Сколько ты стоишь? Бля, это просто жесть. Шансов просто как будто бы нет. Это что такое, ребята? Будем так пробовать. Это просто какой-то жопа, ребятки. Просто косарь 700 улетели за 7 минут. Это просто что-то с чем-то. Это просто капец. Ладно, ребятки, буду дальше думать. Подписывайтесь на канал, на Twitch, на YouTube. Участвуйте в розыгрышах. С вами был Файзер. Увидимся. До встречи.